Накануне Дня города в зале заседаний райсовета прошла встреча главы Бавлинского муниципального района Рамиля Гатиатуллина с активистами ветеранского движения района и города. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. На встрече присутствовали руководители различных служб, которые были готовы здесь же ответить на вопросы ветеранов. Глава района Рамиль Гатиатуллин рассказал о проделанной работе в текущем году, ответил на вопросы ветеранов. Основными задачами нашими является на год это улучшение деловой активности населения, повышение самозанятости, то есть вот развитие малого и среднего предпринимательства. Очень сложные вопросы, которые вот недавно буквально проходил совет по предпринимательству при президенте. Он проходит ежеквартально. Встречались мы, обсуждали злободневные все вопросы, которые поднимались. Очень много вопросов, но, к сожалению, рейтинг, если посмотреть, значит, идет падение деловой активности населения нашего, малого и среднего бизнеса. Очень такое нехорошее, как говорится, нехорошее повышение температуры в этом вопросе. Да? Сейчас мы его полностью изучаем, в чем причина, почему люди у нас на сегодняшний день, так скажем, активность падает. Выступил перед собравшимися и председатель Совета ветеранов Марат Губайдуллин, председатель местной организации Союза пенсионеров Альбина Самигуллина. Последние 2 года мы стали работать и с селами, с сельскими пенсионерами. У нас при глав администрации работают ячейки. Очень активно работают некоторые сельские ячейки. Например, Козельярова, Сарифовская, Новозареченская, Поповка и Сыргапова. Утошла. В Сыргапове очень активные пенсионеры. Вот в прошлом учебном году 25 человек обучались на компьютерных курсах. Но, друзья, слабовато работают некоторые сельские поселения. Представители есть, или глава, или председатель Совета ветеранов. Вот у нас в Крымсарае, Александровском сельском поселении, Шалтый, Потаптумбарлы, Таткандызы еще ни одна группа не выпускалась. Значит, мы давайте, так скажем, главам сельских поселений, значит, организовать эту работу совместно с участками, вот это, организовать работу, активизировать работу. Действительно, там тоже пенсионеры живут, и тоже активные они, я думаю, так скажем, такие же. Ветераны поднимали свои навалившие вопросы по медицинскому обслуживанию населения, по благоустройству города, поднимали и проблему финансирования ветеранской организации. Ветераны поинтересовались и ходом уборочных работ. Как отметил глава района, хоть и урожайность зерновых в этом году низкая, особых проблем нет. Уборку должны завершить примерно к 10 сентября. Основная цель данных встреч – услышать мнение старшего поколения, помочь в решении наболевших проблем. Ветераны – люди с активной жизненной позицией, которых волнуют не только личные проблемы, но и общегородские. Очередная встреча главы с ветеранами пройдет перед Новым годом. Айгуль Хусейнова, Айгуль Гатиатуллин, Эльмир Башаров, БРТ.